Grand Summer Voyage 2017. Всех приветствую, дорогие друзья, меня зовут Марк Марцинковский, и в этом видео я решил с вами поделиться той информацией, которую на самом деле я редко когда рассказывал. Когда я начинал бизнес, до моего бизнеса, я занимался как бы скорее поиском себя. Я хотел стать великим музыкантом, у меня был творческий большой путь, у меня была своя группа. И также я занимался обычным традиционным бизнесом. Что в первом случае нужны были очень большие деньги для раскрутки своей группы, для поднятия своего творчества, для самореализации, все записи альбома, хорошие дорогие инструменты. И что во втором, в бизнесе. И как получилось, я открывал свой бизнес, это был мини-маркет, до этого были разные палатки. И я сталкивался с очень большими проблемами, потому что бизнес в России – это априори очень тяжелая деятельность, да, потому что мы вкладываем много денег, но отдача может происходить, во-первых, через очень большой срок, во-вторых, очень большая конкуренция, очень большие вложения, очень большие риски. И я с этим столкнулся. Когда открывал первый свой бизнес, пошли очень серьезные проблемы. Я на этот бизнес забрал несколько кредитов, это было 4 кредита, и в один определенный момент мой бизнес просто начал конкретно закрываться. То есть я, грубо говоря, остался вот у разбитого корыта с долгами, с кредитами, с проблемами. И я искал определенный выход из ситуации. Да, то есть идти на простую работу я не мог, потому что мне бы нужно было работать лет 15, наверное, чтобы просто вернуть эти деньги. Да? То есть заниматься дальше бизнесом было невозможно, потому что не было физических финансов, потому что я уже был должен очень большую сумму 4 банкам, и мне нужно было как-то выкручиваться из этой ситуации. Да? И я искал вариант, который мне бы помог, сподвиг бы на вот эту кризисную ситуацию, чтобы ее как-то разрешить. И в определенный момент мой товарищ сказал: смотри, есть очень интересная тема, вот я проанализировал, компания занимается золотом, там небольшая предоплата существует, но развиться можно очень круто. Мы посмотрели вместе презентацию, и после этой презентации, честно говоря, я был просто шокирован, потому что тот механизм, та идея, которая там который там существует внутри, та идеология, та возможность, вначале я даже не поверил, как так вот с такой маленькой суммой можно зарабатывать такие большие деньги. Но у меня не было выхода, мне нужно было что-то делать, мне нужно было как-то рисковать, и мы с другом начали этот бизнес. Это было 5 лет назад еще. Тогда я очень сильно был замотивирован, и буквально за первый месяц я уже закрыл первую свою таблицу, получил первые 3500 евро, и тогда я вдохновился и понял, что на этом я останавливаться не то, что не буду. У меня появилась куча мотивации, куча внутренней энергии, потому что я увидел реально работающую систему. Дальше я полетел уже в Европу, я забрал свои слитки золота, я очень сильно вдохновился тем, что я там увидел, познакомился с руководством компании, и чем больше я углублялся в этот бизнес, тем больше он меня вдохновлял, потому что как менялись люди при мне, они тоже были в очень сложных ситуациях, в кризисных ситуациях, но они, несмотря на это, начинали с самого нуля, с самого истока и меняли принципиально свою жизнь, воплощали свои мечты, свои цели, свои ценности, помогали своим семьям, покупали то, что они хотели. То есть бизнес дал огромный рывок, огромный старт. Сегодня я уже лидер компании, уже 5 лет, считаюсь одним из, наверное, ветеранов этого бизнеса. И у меня, несмотря на это, очень серьезные планы. То есть, почему? Объясню. Потому что для вообще сетевого бизнеса 5 лет, в которых я здесь работаю, это просто, ребят, ни о чем. Да? Сегодня приходят люди, которые за год добиваются успеха, которые такого, как люди добивались 7-8 лет здесь, у самого истока зарождения бизнеса. То есть сегодня принципиально иная модель, иная возможность заработка. И у меня планы сегодня следующие. Первое, мы находимся сегодня в Неаполе, в Италии, на круизе компании. Я один из победителей, из 2,5 миллиона клиентов. У нас всего 30 человек здесь. Первая цель сегодня – это получить килограмм золота, выиграть также в медаль «Золотое сердце». Также у меня сегодня огромная есть цель, задача – это подключить минимум 5-6 новых регионов и стран, сделать мировое турне. Дальше воспитать как минимум 100 лидеров под собой, как минимум 100 лидеров. То есть сегодня у меня планы уже на 5-10 лет вперед выстроены. Почему, друзья? Я объясню, потому что когда мы что-то великое замышляем, вот мы сейчас находимся в замке, да, если я не ошибаюсь,
ошибаюсь, ему около 600 лет. Вот этот замок строили, друзья, ну не знаю, может быть, сотню лет, да, то есть, когда его замышляли, сам король, наверное, это был, да, он не думал о том, что мы поработаем месяцок, второй, третий, и все, да. Планы были грандиозные, цели были грандиозные, и в итоге рождаются шедевры. Вот мы смотрим на Неаполь, да, просто шедевр, одно вот вообще сама культура европейская шедевра. Вот, вот наш бизнес такой же абсолютно шедевр в мире бизнеса. И когда сегодня вы приходите в наш бизнес, в наше дело, мы обязаны вложить себя, вложить свою душу, вложить свое сердце, чтобы получилось что-то великое. Поймите, что всегда нужно отдавать свое сердце, отдавать себя, чтобы что-то получить. Я категорически вам советую, друзья, сегодня, прямо сейчас, как вы посмотрели это видео, брать все в свои руки, срочно звонить, писать, развивать этот бизнес, добиваться успеха, добиваться своей цели, потому что Global Intergold сегодня является самой лучшей компанией в мире. Я говорю это не просто пустые слова, потому что я здесь работаю, я могу привести аргументы. Золото – самый лучший продукт, первая компания, на которой начала работать с ним. Удивительный маркетинг, который дал абсолютно новый рывок в мире сетевого бизнеса. Руководство компании, которое организовывает самые дорогие, крутейшие круизы, конференции, разные страны, турне. Уже весь мир компания объездила. Помощь клиентам, помощь партнерам. В нашей команде четкое плановое обучение. Если вы новичок, никогда этим не занимались, именно сегодня нужно это начать, потому что я вам гарантирую, что буквально за месяц вы выйдете на грандиозные доходы. Друзья, ничего не бойтесь, начинайте бизнес, будьте лидерами, будьте лучшими. Я уверен, что у вас все получится. Главное, друзья, слушайте свое сердце, посейте в себе вашу мечту и идите к ней. С вами был Марк Марцинковский. Всего хорошего. Интернет-магазин Global Intergold.